В стране уделяется особое внимание повышению роли и статуса участковых инспекторов полиции. При этом сотрудникам полиции важно не только поддерживать общественный порядок, но и находиться в тесном контакте с населением. О напряженных буднях работников правоохранительной сферы следующий видеоматериал. С детства Кайрат Тимиржанов мечтал стать полицейским. Следуя по стопам старшего брата, он достиг своей детской цели. В настоящее время он работает в Затонском отделе полиции и является одним из ведущих сотрудников. В нашей семье в этой сфере работал брат. Увидев этого человека, я с ранних лет поставил перед собой цель стать полицейским. Затем, после того, как я вернулся из армии, меня направили на работу в полицию. С тех пор я занимаюсь своей работой. Основная задача участкового инспектора полиции – предупреждение семейно-бытовых и общественных правонарушений. Главный принцип в работе – поддержать связь с людьми. Прежде всего, важно иметь строгий характер, железную дисциплину и ответственность в работе. По мнению коллег, Кайрат Тимиржанов обладает всеми этими качествами. Про него можно сказать только хорошее. Отлично справляется с работой, при этом оказывает всем помощь. У него большой опыт работы. Кайрат верный своему слову и решительный. Он тот, кто больше всех работает среди нас. Работая круглосуточно, постоянно находясь на страже общественного порядка, участковый инспектор также уделяет внимание семье. Вместе с супругой воспитывает сына и двух дочерей. Супруга Гаухар с пониманием относится к плотному графику мужа. Мой муж вырос в воспитанной семье. Работа его очень тяжелая. Он наш защитник. Несмотря на постоянную занятость, всегда находит время, чтобы уделить внимание детям. И ночью и днем всегда готов к работе и к тому, что его могут срочно вызвать. В прошлом году Кайрат Тимиржанов проявил особый героизм. Он спас от смерти во время пожара несколько человек, вытащил из горящего частного дома два газовых баллона и хозяина жилья, подвергнув риску собственную жизнь. Напомнив в своем послании, глава государства отметил, что роли местных полицейских должно уделяться особое внимание и поручил провести работу по реформированию полиции по принципу «полиция в шаговой доступности». Бахадгуль Газезов, Люба Игалиева, Бердбек Харынбай, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».